Диана Анкудинова обворожительно спела в Кремле. Трансляция Первого канала. С вами сайт «Сказочник» и ваш канал «Интересное инфо». Еще одна приятная новость от нашей юной талантливой артистки Дианы Анкудиновой. Диана на днях выступала в Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященном 300-летию прокуратуры России. Концерт этот в прямом эфире транслировался на Первом канале. Наконец и Первый стал показывать Диану. Таким образом, мы видим продолжение телепрорыва Дианы на нашем центральном телевидении, которое началось с осени прошлого года, когда Диану пригласили на новый проект канала НТВ-шоу «Мозгон». Диана Анкудинова разместила на своем YouTube-канале видео своего выступления на этом праздничном мероприятии в Кремле. Ссылка в описании под видео. Девушка исполнила песню «Я России тебя зову». Таким образом, можно констатировать, что нашу любимицу, похоже, признали как талантливую артистку и на Первом канале. Давно пора. Необычно, что Диана на этот раз выступала в сопровождении оркестра. И ведь здорово получилось. В очередной раз девушка показала свой невероятный талант. Что-то мне подсказывает, что и 2022 год Диана проведет в такой же телевизионной активности, что и последние месяцы. И разносит по небу ветра. Очень рады за Диану и многочисленные поклонники ее таланта. Вот несколько комментариев к этому выступлению. Когда любишь свою страну, поешь сердцем, отличное исполнение. Слушаю со слезами на глазах, слезы гордости за тебя, Диана, что ты у нас есть, за нашу матушку Россию, самую лучшую на всем белом свете. Шикарное исполнение с оркестром. Очень рад, что Диану зовут на такие мероприятия. Это признание ее невероятного таланта. Браво! Счастье до слез. Диана дает все краски жизни своим выступлением. Душа радуется светлой, прекрасной Диане, ее голосу, ее таланту. Какая мощь! Сила голоса и откровение души! Браво, Диана! Успехов, удачи, всемирного поклонения твоему таланту и голосу! Вот такие приятные новости от нашей совсем еще юной, напомню, Диане всего 18 лет, артистки и по совместительству студентки ГИТИСа. В завершении хочется пожелать девушке счастливого продолжения восхождения на музыкальный Олимп, побольше приглашений на подобные солидные мероприятия, отличной учебы и светлого творческого пути в будущем!